Морская капуста сушеная из Кореи. Вот такая. Так, она у меня была подзаморожена немножко. Не успели ее применить. Сделана в Корее. Тут и рецепты написаны. Интересно. Что написано? Сейчас посмотрим. Ну, красивая упаковочка, красиво оформлена. Такая капуста сушеная. Вот такая. Готовить очень просто. Замочить в теплой воде на 5 минут. Потом промыть, опустить кипящую воду на 30 секунд и порезать. И в салат. Запах обалденный. Такой приятный. Водоросли, тина, море, соль. Неизвестно чем. Ну, как будто стоишь на берегу моря. И такой хороший, легкий, приятный запах. Это нам Юра привез из Владивостока. Так что это нормально. Точно из Кореи. Эта капуста добывается в чистой, прозрачной морской воде, высушивается на берегу открытого моря, обладает свежим морским природным запахом. Вот так вот. Интересно. Сделаю из нее чипсы. Она у меня уже просроченная слегка. Яркие полосочки капусты, но еще и целые листья даже есть. Ну, как интересно. Размокла за пару минут. Опустила в горячую воду. Какая хорошая штучка. Надо поискать, где у нас можно такую купить. Вот я купила салат из морских водорослей. Чуку. Какую-то никогда не пробовала. Сейчас покажу. Это мой котик мурлыкает. Вася! Жейка моя! Киска, смотри на меня! Куда ты смотришь, змей? Ну ладно. Такие водоросли. Очень. Вот такие водоросли. Красивые. Яркие-яркие. Мои сушеные получились тоже яркие и красивые, но эти насыщеннее. Эти красивее даже, вот эти водоросли у них. У меня из сушеных водорослей. А это из сырых, наверное, водорослей салат. Будем пробовать за неимением. Никаких грибов. Саркоцит мы нашли. Конечно, они есть. Вполне их и много даже. Но с ними много работы. У них их надо чистить от грязи, готовить. Морские водоросли будем есть вместо грибов. Вот такие морские водоросли мы сегодня будем есть вместо грибов. А ты, Вася, посмотрел на меня? Вась! Тут такой печальный. Это очень красиво. Может быть, даже и вкусно. Это очень красиво. Может быть, это даже и вкусно. Но масло здесь очень-очень невкусное. Сами водоросли ничего вкусные. Но вот эта заливка, это мрак. Больше я такое брать не буду. Ну, мы попробовать решили. Чука, она и есть чука. Название соответствует содержимому. Очень сладкое почему-то. Это изделие, салат этот. Ну, сладкий мне нравится, хороший. А масло, заливка мне не нравится. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.